Девочки и мальчики, всем привет! Кто любит готовить, сегодня вам предлагаю вариант моей закуски. Быстро-быстро очень готовится. Обычно я такое делаю на неделе, когда нет времени. Перцы, значит, я пожарила с вечера, вот так вот с обеих сторон. Вот такие вот мясистые большие красные перцы, они очень сладкие, вкусные. И очищаю их от семян и режу на такие вот дольки. Вот. Дальше беру, поджариваю в тостере хлеб и на горячий хлебушек ставлю вот дольки перцев и ставлю такие вот дольки овечьего сыра. У нас продают очень-очень вкусно. Значит, поливаю все оливковым маслом и немного листиков базилика. Покажу в конце результат какой. Самый простой быстрый рецепт цветной капусты. Как я ее готовлю? Здесь я ее предварительно отварила в воде с добавлением соли и уксуса немного. Вот. Сейчас я подготовила муку и смешала 2 яйца. Яйца чуть посолила, поперчила. Вот. Сначала обмакиваем, берем капусту, обмакиваем сначала в яйцо, а затем в муку и все обжариваем на сковородке. Все очень быстро, вкусно. В конце покажу результат. Так, показываю, что на обед сейчас готовлю такие вот баклажаны. Я их посолила. Так, и тут буду, значит, обжаривать лук, морковь и базилик. Вот такой вот добавила. Вот. Буду делать такие рулетики с баклажанами. Ну, сейчас все увидите.